الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أوصيكم ونفسي العاصية بتقوى الله مجاهدي سامي أَنِي بولي براودي الله سبحانه وتعالى الله سليم براودي ونزل يخورجاه

зубах зеленых птиц, в раю будут они наслаждаться. Когда Аллах Субханаху Ва Та'Аля отдаст им это вознаграждение, после этого Аллах их спрашивает, хотите ли еще что-нибудь? Шахиды отвечают, что нам больше нужно, где мы хотим, и гуляем мы здесь, в раю, где мы хотим, приселяемся в раю, что мы большего хотим? Когда Аллах Субханухуала не пристал им спрашивать, хотите ли еще что-нибудь, они отвечают им, я раб, О наш Господь, хотим вернуться заново, чтобы ты вернул наши души, заново наши тела, чтобы заново сражаться на пути Аллаха и умереть на этом пути другое желание этих шахидов не было. Они хотели заново вернуться в этом дуне, дунею, и заново шахидом стать. И это же желание пророка, саллиллаху алейхи вассалам, Мухаммада было. Когда он сказал, я хотел стать, быть убитым на пути Аллаха, стать шахидом, Потом, что Аллах субхану меня оживил, еще раз быть убитым, еще раз оживил, еще раз быть, быть убитым зная, какое большое вознаграждение Аллах Субхану Ва дает этим шахидам. Пусть Аллах Субхану Та'аля примут наших братьев шахидами и сделают нас вместе с вами шахидами на пути Аллаха. Амин. Эти братья обезьяны и свиней, они всегда, как Аллах в Коране сказано, не воюют с вами, кроме за стенами или же в селах, которые очень оборудованные и защитные. Как мы сейчас видим, как они бомбят мирных жителей, детей, женщин, когда они не могут сражаться с муджахидами. Аллах Уране говорит, они с вами не сражаются вместе, кроме как ура мухассана, кроме селах, которые огражденные -и жудур, или кроме как из застыний месть за своих убитых солдат, за свои уничтоженных техник, они уничтожают наших младших братьев, детей, беспомощных женщин, бомбя их дома. Победа Газы, братья мусульмане, никто не сомневается, что какая победа получила Газа. Мы знаем, в 70-х годах за 6 дней, какое поражение получили арабские армии, которые не воевали, возвести слово Аллаха Субхана Ва Та'аля. Там была Сирия, Египет и другие. За 6 дней от этих израильских армий проиграли все эти большие армии, которые были и самолеты, и которые были и танки. Но мы видим маленькая группа, которые подняли флаг Джихада, уже 50-й день они с ним воюют со всех сторон. Не только сама Израиль, вместе с Израилем весь Запад. Большие державы, как Америка и другие. Хотя так Аллах субханахута Тааля дал им победу. Победа этих людей, то, что хотели у Иудеи получить, не получилось у них. Уничтожать полностью этих муджаидов и не дать, чтобы оттуда направляли их в сторону ракеты Муджахидов. Это они хотели, не смогли этого сделать. За этого вместо этого они начали уничтожать дома мирных жителей, чтобы они стали против сами против Муджахидов. Но, алхамду эта земля, которая есть благословение, земля Бараката, мы не видим даже, кто-то проклиняет этих муджайдов, из-за вас мы это беды получили. Наоборот, Люди, которые в семье потеряли 5, 6, 10 человек, они говорят, «Алхамдулиллах» И говорят, я рад, что мои дети здесь шахидами стали. И мы видим плоды тех людей, которые готовились и приготовили оружие, что они могут. Как Аллах в Коране говорит, «Ва'идду ва лахум мастата'ту мин кувва ва мин рибати лхай, аду ва ва аду вакум приготовьте против ваших врагов. Сколько вы можете силы приготовить против них, чтобы устрашать и иконницы приготовить, чтобы устрашать ваш и враг, Аллаха, врагов Аллаха и ваших врагов. Мы видим, как приготовили это муджаиды. Силы, которые они сами могут. Сделали туннели и другие. И посредством этого как Аллах Субхану Аллах возвесил. От нас взят причины то, что мы можем. Никак некоторые говорят, хоть сто лет будем приготовиться, у нас сил не будет, как у иудеев. Нет, Аллах нас не приказал, готовить столько силы, сколько есть у ваших врагов. Аллах сказал, готовить столько силы, сколько вы можете. Аллах Субхану Аллах когда Айюб, алейхиссалам, трудности был, приказал ему удар об землю свою ногу, оттуда вышла вода, чтобы оттуда выпал, и он вылечился и оживился, сила пришел. Аллах мог бы сказать, кун фаякун, будет и будет, он также но дал Аюбу, что он взял причину, просто об землю ударить, что поможет. 18 лет, который болел Айюб, алейхиссалам, все друзья его оставили, В таких болезненных он был, его удар об земли такой слабого человека, что будет? Ничего, кроме как с него Аллах требовал взять причину. Все эти по этой причины Аллах излечил его. Также Аллах нас требует приготовить в силу то, что мы можем. Этот нас, этих людей, которые весь исламский мир их хвалит, и даже удивляются, кафери как Противостоят стоят такая маленькая группа, в таком маленьком местности, такой большой армии, против стоят и не жалуются, а что их сдерживает? Это их иман. И тот девиз, который они подняли, джихад на пути Аллаха. Как сказал пророк, саллиллаху алейхи если вы будете заниматься процентами, وأخذتم أذناب البقر إذا جيت زاخوستامي كرو أميت زانيماتي إتم دنياي ورشيويا جوت نوستو إدروبيي ورضيتم بالزرع إذا سجلستي سويام إذا تركتم الجهاد إيو أستويت الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم Аллах не спошлет вам унижение, пока вы не будете возвращаться к вашей религии. Здесь имеется в виду ваша религия, это имеется в виду джихад. Ислам возвысился при пророке, саллиллаху алейхи вассалам, после того, когда был обязан пророку сражаться против кафиров. Когда Мекка был, пока еще джихад не был обязан, они прятались, скрытно дават делали, мусульманам мучали, когда Аллах Субхану Та'ада приказал сражаться против кафиров и подняли флаг джихада, после этого всегда были мусульмане победоносными. Это один из причин в данный момент возвысенность людей Газы и как весь умма объединилась помочь им, не отличая салафитов, суфистов, всем мусульманам себя называют всех сердца с этими муджайдами мы должны понять, истинность победы в исламе не считается численных убитых или же оставшихся живых. Если так считало бы, который Аллах Субхану Та'ала, который нам рассказал историю тех людей, которые ухдуд, который уничтожил правитель того времени за то, что они говорили «Ла -илла -илла -илла", они не были бы победившими. Они были проигравшими, потому что Аллах их, этот правитель, уничтожил. Но мы знаем этот момент даже, когда женщина не хотела прыгнуть этот огонь, который приготовил этот правитель, в руках был, за то, что в руках ее был младенец, и, жалел, и пожалел своего младенца. Аллах заставил говорить этого младенца и сказать маме, держись, сабру делай, о моя мама, фаиннаки алал -хак". Поистине ты являешься на истине. Если так был бы, когда пророк, саллиллаху алейху попадал в трудности, это было бы поражение. Нет. И когда убили 70 часов Урана, который пророк, саллиллаху алейкум, отправил научить племена исламом, это тоже было бы поражением. Но это никто не сказал, это являлось поражением. Победа этим людям, что они стали шахидом на пути Аллаха. Один из них, когда в спину его этот копье попало, он говорил, «Фуз туараб биль Каба». Я получил победу в Раббиль Каба, клянусь Господом этой Кабы. Вот этой мере у нас мусульман получить удовольствие Аллаха Субханаху Ва Тааля – بيت نبوتي الله و تتونس يا ولاية سي قبيدي و الأحزاب غزوة الأحزاب غزوة الخندق بيت و أرواه الله قراني غوارد إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم و من ومن أسفل منكم زاغت الأبصار و القلوب الحناجر تو بريمي كاغدا إتي كافري سيوزني كابيدي نيلس إبرشنجا سفيرخو و سيميتس دوز دالين И снизу пришли, окружили Медину. Когда, говорят, ваши глаза, говорят, от испуга слишком раскрылись, когда ваши сердца, говорят, до горла дошли от страха. Такая большая армия против вас пришла, против этих сподвижников пророка, саллиллаху Мы знаем, здесь лишняя армия была, которая пришла против пророка, саллиллаху алейкум. А все мусульмане вместе с детьми и женщинами, и стариками не было 10 тысяч в Мамедине. Этот момент, когда два ваши сердца дошли до горла, вот лунуна, вы думали, об Аллахе тоже начали думать какие-то почитания, какое-то представление. Даже мунафики говорили, Мухаммад нам обещает дворцы римлян и дворцы персов, а мы даже не боясь свою нужду исправить туалет, пойти не можем. Такое положение, когда было хунали, кебтули аль му'минун», этот момент Аллах, Субхану Та'аля, испытал верующих людей зилу -зил -зил -да", и потряс их сильным потрясением. Такое же положение наших братьев в Газе. Все их оставили, со всех сторон окружили. Только помощь от Аллаха, Субхану им. Наоборот, они поднимают дух мусульманам. Эти события, которые происходят в Гадзе, вернуло сердца мусульман любовь к джихаду и любовь к муджахидам. После того, как весь мир старался загрязнить это слово, сравнивая слово джихад и муджаиды грязными людьми, с террористами, или же какие-то беззаконниками. Как эти события начались весь умма в сердцах появился любовь к джихаду, любовь к муджаидам, у всех на, на языке, как можно туда попасть, как можно туда пойти. Второе, после того, то, что этот джихад вернуло, после того, как люди начали забывать Палестин, и начали вот эти предательские государства вокруг Палестины, которые находятся, арабские государства, начали заключать договора с этим Израилем, считая их государством. Вернулась заново Палестин в сердцах мусульман, что это должны мы его освободить. Она является под оккупацией этих грязных людей, и необходимо, что ее освободить. После того, из этих плодов, которые дала ситуации, то, что происходит в для мусульман, мусульмане начали возвращаться к исламу и считать себя мусульманами, которые обязаны помочь этим людям. После того, как их было разбросано и беспомощно, все мусульмане мира объединились и хотят помочь этой ситуации. Эта ситуация нам показывает правдивость Слова Аллаха Субхану которые сказаны «Латаджиданна ашадданна сиадавата лиллядзина аману аль-яхуд». Вы найдете, говорит, самые враждебные люди, тем людям, которые уверуют аль-яхуд, говорит Аллах, иудеи. Эти показывают, как они безжалостно убивают детей, женщин, целенаправленно, как маленьких детей какой-то убивает. Это показывает правдивые слова Аллаха Субхану как они являются самыми враждебными людьми против ислам и мусульман. И раскрыла маски этих каферов, которые говорили, мы вместе с справедливостью. Нет. Какие бы беззаконники эти каферы не были, иудеи не были, все эти, которые поднимали права человека, лозунги, все это уничтожились, зная, что эти иудеи являются несправедливыми, и эта ситуация, то, что они там происходит, несправедливо является, все, весь Запад объединился против них. Это мы должны понимать о мусульмане. Иногда среди мусульман распространяются неправильные понимания религии Аллаха Субханаху Ва Тааля. Говоря, какие-то мелочные сунны, если ума не будет совершать, победы не будет. Или распространять ложные истории, которые говорили, что какие-то сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассалам, проиграли в каком-то бою за то, что они оставили сивак. Это очень опасное представление как некоторые призывающие люди, даватчики, которые говорят, как мы победим, если какой-то сунна мы оставили, как победим, на утренний намаз не ходим. Утренний намаз ходить тоже это надо, ваджиб или сунна. Но это не означает, если ум это оставил, должны оставить и джихад, или должны оставить помощь нашим братьям. Это опасное представление. Какие-то, если суннаты мы оставляем, победа от Аллаха не будет, значит нет нам сейчас нужны помогать этим палестинцам или же людям Шама, или же уйгурам, которые притесняют, и другим братьям, нашим притесненным братьям, мы не должны помочь, мы должны вернуться в Аллаха Субхану Ва Та'аля, сунны вернуться, и это только после того, только тогда даст Аллах Субхану Ва победа. Должны мы понять, джихад – это обязанность Аллаха Субхану Ва Та'аля, который поставил над нами, если делаем ли мы или нет, все равно этот джихад остается фардом. Нет такой степени, пока мы сунны не делаем, на нас джихад не обязывается, такого нету. Это пораженские мысли распространяют, что мусульмане оставили джихад и занимались второстепенными вещами. Да, мы должны вернуться к сунне. Чем больше мы приближаемся к сунне пророка, алейкум, тем близка помощь Аллаха, субханаху ва мы знаем, пророку, саллиллаху алейхи вассалам, пришел пророку, саллиллаху вассалам, пришел человек, обвернул свое лицо закрытым. Я Мухаммад, я Расул Аллах. О, посланник Аллаха, сражаться или же ислам принять? Он говорит, сперва ислам принимай, потом сражайся. Принял ислам и сражался, в тот же момент вышел на путь Аллаха Субхану Не делал ни один фар фард, не делал ни один суд, сразу тот обязанность, то, что было, вышел с Пророком, саллиллаху алейкум, на джихаде, и шахидом стал. Пророк, саллиллаху алейкум, сказал, «Амила калийлан, ва ужира кафира». Мало сделал, но большое вознаграждение получил. Пророк ему не сказал, иди еще соблюдай сунны, потом приходи джихад. Принимай ислам, потом сражайся. И он там шахидом стал. Пророк, саллиллаху алейкум, сказал, амиля قليلا واجر кафира. Мало сделал, но большое вознаграждение получил. Мы должны призывать людей, чтобы они соблюдали фард, соблюдали обязанности, соблюдали сунна. Чем больше мы это сделаем, мы больше приближаемся к Аллаху Субхану Тааля. Но это не означает, мы должны оставить обязанность, которую Аллах Субхану в данный момент на нас обязал. Это джихад на пути Аллаха. Пока полноценно, что пока не будем соблюдать мы должны понимать, мусульмане, община наша, исламская, она одна целая. Разницы нет мусульмане, только которые находятся в Палестине, и мусульмане, которые находятся в Африке, для нас один и тот же. Где бы их не притесняли, за них мы должны беспокоиться, и за них должны мы дуа делать и помогать. Мы знаем наших братьев на днях, идлибы, которые вышли собирать свои плоды зайтун, это преступный режим. Вместе с ними российские армии бомбили их, уничтожили это простых людей. Эти братья тоже наши братья. За то, что как миру показывает обманывает мусульман, что Россия помогает нашим братьям палестинцам, мы не должны восхвалять эту Россию. Потому что это умма, как Аллах Куран говорит, хави умма тукум умма поистине это ваша община, единая община, Палестина, если за то, что свои интересы совпадают, Палестина помогает уничтожать наших братьев в Шаме, этим мы не должны радоваться, этим мы не должны благодарить этих таутов. Кровь мусульманин, которые в Палестине, и кровь мусульманин, которые находятся в Кавказе, в Шаме, Африке, разницы нету, одна кровь. За то, что помогает каком-то общине мусульман за то, что совпадают его интересы, уничтожают других мусульман, это нам не должно быть радовать. И благодарить этих кафиров, этих таготов, этих шайтанов. Те, которые кафиры помогают Палестине и воюют в Шаме или других местах, они своими этими делами хотят свой грязь обмыть перед мусульманом. То, что они сделали грязные дела в Шаме, этим хотят эти грязные дела хотят скрыть. Якобы они помогают Палестине. Чем они помогают? Не оружием, не просто словами поддерживая их. Этим словами хотят они закрыть свои грязные дела. Это нас не должно обманывать, о а мусульмане. И мы должны понимать, за то, что мы любим этих муджаидов, мы не должны их ошибки скрывать. Мы должны исправлять их ошибки. И за то, что эти ошибки у них есть, и мы не должны оставить без помощи этих людей. Исправить ошибки и дальше помогать – это обязанность мусульман. И те ученые, которые себя называют учеными, и те блогеры, которые ищут ошибки этих муджахидов, обязанность ваша, когда ошибки вы если вы комментируете эти ошибки, также помогите им, когда нуждается в вашей помощи. Когда ошибки их находят, это выявляет,

وانصرنا وانصر المسلمين على القوم الكافرين، اللهم أيد الاسلام والمسلمين، وأذل الكفر والمشركين يا رب العالمين، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم اجعل كيد اعدائهم على نحورهم، اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم، اللهم امطر الحجارة عليهم يا رب العالمين. اللهم دمرهم وزلزلهم يا رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين